Черная пятница – это просто праздник вообще избыточного потребления. Во многом это так и есть. В порыве страсти мы зачастую покупаем вещи, которые потом пылятся или становятся мусором. Екатерина – координатор движения «Мусора больше нет». И она как раз учит правильно сортировать отходы. Пластиковые бутылки, стекло, металл, макулатура, сломанная бытовая техника, картриджи от фильтров – что-то из этого потом может обрести вторую жизнь. Стать наполнителем для подушек, матрасов, новой пластиковой бутылкой. Вот такие штуки производятся в основном из газеты. Кстати, на акциях мы их тоже собираем, потому что, по сути, их также можно переработать. Приносить на акцию по сбору мусора можно и старую одежду в плохом состоянии. Это тоже идет на переработку. Кстати, в организации принимают и хорошие вещи, которые потом отдают в благотворительные фонды. Еще один вариант осознанного потребления – прийти на фри-маркет. Такую акцию «Мусора больше нет» проводят раз в несколько месяцев. Вы можете принести неизношенную одежду, обувь, сумки, игрушки, книги, небольшие детали интерьера и что-то взять взамен. Вещь должна быть такая, например, чтобы вам не жалко было ее подарить подруге там, или отдать кому-то из родственников. Единственный момент, мы всегда делаем акцент на то, что это как раз мероприятие на сокращение потребления, а не на то, чтобы оттуда выносили все баулами. Ну, то есть у нас, скажу честно, есть категория таких участников. Большинство людей, они адекватны, то есть они приносят свои вещи в хорошем состоянии и забирают то, что им понравилось. В соцсетях «Мусора больше нет» можно уточнить, что волонтеры не принимают и почему нужно предварительно мыть пластиковые бутылки. Следующая акция по сбору мусора пройдет в субботу, 27 ноября. У нас будет акция по раздельному сбору. Стационарная точка будет на ДК «Трансмаш» с 12 до 15 часов. А также по городу будут работать 4 маршрута мобильного раздельного сбора. Полностью можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте, в Инстаграме, время и координатор, кто конкретно будет на маршруте. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.